Уважаемые коллеги, добрый день. Как и договаривались, мы встречаемся сегодня в Петербурге, и я рад всех вас приветствовать. У нас насыщенная повестка дня. После того, как мы проведем заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, продолжим работу в более широком формате с участием делегаций. Сегодня рассмотрим целый ряд важных, принципиальных, я бы сказал, вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленный по инициативе российской стороны проект декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашего объединения на период до 2030 и на перспективу до 2045 года. По сути, это новый документ программного характера, который предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие.